Нурсултан Назарбаев с государственным визитом находится в Пекине. Сегодня президент встретится со своим коллегой Си Цзиньпином. И не только. Рабочий график главы государства в китайской столице планирует быть насыщенным. На прямой связи со студией из Пекина Айгуль Адилова. Айгуль, доброе утро. Мы все в ожидании событий. Какие новости? Полдень в Пекине. Альфия, приветствую вас. День и вправду обещает быть насыщенным. Буквально через несколько часов состоится официальная церемония встречи глав двух государств. Си Цзиньпин встречает Нурсултана Назарбаева в Доме народных собраний. Это китайский парламент, главное политическое здание этой страны. Собственно, здесь и проходит встреча на самом высоком уровне. Вообще нужно сказать, что этот визит направлен на еще более тесный политический диалог, да и не только политический. Обсудят, конечно же, лидеры страны экономическое взаимодействие. А здесь у Казахстана и Китая немало точек соприкосновения. Известно, что к этой встрече, к подписанию подготовлен целый пакет документов. Так вот, Альфия, судя по их содержанию, стоит отметить, что это действительно широкий круг вопросов.